Call of Duty, сезон 4, Battle Pass, Full, 16 на 9, Generic, ру. Другой у меня вопрос, почему... почему чуваки из Call of Duty ру не смогли его назвать нормально? Итак, поехали. Новый пулич, новая эрка. Встречайте боевой пропуск 4 сезона Black Ops Cold War и Warzone. Истребляйте врагов с шакалом, безжалостным наемником из Южной Африки. Повысьте градус агрессии с новым оружием вроде штурмовой винтовки C-58, убойной и на расстоянии, и в ближнем бою. Ручной пулемет MG-82 обладает внушительными боезапасом и огневой мощью. Разнообразить игру вам помогут элитные облики исполнителей и эпические чертежи. Получите доступ к 100 этапам новых материалов и получите до 1300 очков Call of Duty. Ведите друзей в бой, подарив им боевой пропуск и соревнуйтесь, кто первым получит доступ к ультра-облику. Это боевой пропуск 4-го сезона для Black Ops Cold War и Warzone. Началось, ребята. Теперь у нас еще и облики будут реактивными. Теперь у нас еще и облики будут реактивными, ёпта. Итак, начинаем, смотрим. Смотрим прямо с самого начала, еще раз. То есть, во-первых, ну, здесь нам показывают пулеметы и так далее. Так, вот это начало, это вот как раз-таки ивент столкновения. То есть у нас падают какие-то спутники. Вот они падают на землю, в скобочках падают в Верданск. Истребляйте врагов. Ну, типа, относительно прикольный персонаж. Ну, выглядит он прикольно. И учитывая, что у него на 95-м левеле будет теперь еще и реактивный скинчик. Ну, колда мобайл, привет. С шакалом, безжалостным наемником из Южной Африки. Повысьте градус. Так, ну, вот это вот эта винтовка выглядит как фау. То есть я не знаю, что там за, так скажем, реальный прототип, но выглядит она как фал. Может я не прав, конечно. Может я не прав. Кто шарит тут это? Оружейные мастера, ребята. Обязательно пишите в комментариях. Ну, эта штука выглядит как фал, но они говорят, что она будет убойная как и вдали, так и в упоре. Но мы же прекрасно понимаем, что разработчик не играет в свою игру, он не понимает общее метастроение, каким образом это происходит. Потому что они считают, что МГ-82 это оружие с мощным потенциалом, мощным подавляющим огнем, там все дела. Агрессии с новым оружием вроде штурмовой винтовки. Ну, типа, видите, коротенький магазин? Это 100%, она 100% полуавтоматическая. Она 100% полуавтоматическая. Потому что, ну, с таким магазином, что это? Это СКАР, что ли? Может это СКАР? Это и есть фал? И на расстоянии, и в ближнем бою. Ну тогда у нее очень мало патронов будет. Обладает внушительными боезапасом и огневой мощью. Как и все пулеметы, обладают внушительным боезапасом и огневой мощью. Только вот 560 МС в спринтаут тайма, это, конечно, примерно весь тайм-ту-килл вашей игры, блядь. Вы чё? Разнообразить игру вам помогут элитные облики исполнителей. Вот мне интересно, им не стыдно вот такую прицельную сетку сюда добавлять? Но это же позор. Ну, ну типа, ну серьезно, ну это же худшая сетка. Она тут выглядит плохо, она в игре выглядит еще хуже. Как будто ее от руки рисовали. Типа, есть же прикольные сетки. У нее действительно есть прикольные сетки. Почему на М82 такая дурацкая? Так, это что у нас? Команда уборщика. XM4. Ну, неплохо. Так, вот у нас. Эдди Рулс. Пилингтон. Ну, прикольно выглядит. Ну, ёбаный рот того казино. Ёбаный рот того казино. Получите доступ к 100 этапам новых материалов и получите до 1300. Это, кстати, там был только что моцк. Я считаю, что им в соло режиме надо нахрен убирать вообще эти грузовики.
убирать грузовики, добавлять вот эти мотоциклы, чтобы было нормально. Ну, потому, ну серьезно, типа, вне зависимости от того, что они сделали на 20, там, на 15 грузовиков меньше, эти грузовики так и остались, они так и катаются в лите. Ведите друзей в бой, подарив им боевой пропуск, и соревнуйтесь, кто первым получит доступ к ультра... Ну, ультра! Цвета радуги, ультраоблик на 100-м этапе. Ну что я могу вам сказать, как бы. Теперь мы будем знать, кто потратил денег уже по облику. Сразу будет видно. Это боевой проб... Так, это у нас получается такие будут чуваки в комплекте идти вместе с ним. Ну вот этот скинчик, кстати говоря, неплохой. Мне нравится. Ну типа... Я прекрасно понимаю, как горит у... не то что фанатов даже, я прекрасно понимаю, как горит у любителей реализма и так далее. Но это то, к чему придет любая, абсолютно любой, как это называется, любая игра-сервис. Им нужно повышать градус пиздеца. Если ты не сделай, не повысишь градус пиздеца, в какой-то момент люди скажут: а зачем мне покупать Battle Pass, у меня вон скинов, блядь, целый ящик. Отсюда вопрос, зачем? Нахрена? Вот они вам повышают. В прошлом сезоне у вас был уже чувачок в маске, теперь они вам сделали маску. А эта маска еще и светится. Ну хорошо, он хотя бы в темноте будет виден. Правильно. Что касается оружия, надеюсь, АР-ка будет неплохая, надеюсь, ПП-шка будет неплохая. Ну или что это, пистолет? Гвоздомет, скорее всего, пистолетом будет. Пулемет, скорее всего, играться не будет, потому что, еще раз говорю, сейчас мета такая, и она всегда была такой. У пулеметов слишком долгий спринт-аут тайм. Это что-то на уровне снайперской винтовки. Только со снайперской винтовки ты издали можешь как бы один раз пукнуть и убить чела. А с пулемета ты как бы... Ну, там еще open ball delay есть. Ну, такое, короче. Надеюсь, конечно, они какой-то балансный патч вкинут. Сделают так, чтобы хоть что-то новое начало играться. Потому что на данный момент есть буквально, ну, 8 или 9 пушек. Я вам по памяти могу пересчитать. AMAX, КВ-шный калаш, LC-10. Хрен с ним, давайте ППШ. К нему можно взять Бизон. Из снайперских винтовок только коряк. И что там, галлу можно взять дворник, можно взять жак. Все. Все, пушки закончились. Ну, хорошо. Одна вот эта пушка, это любые акимба убивают на расстоянии эффективной дистанции. То есть, если вы на расстоянии 10 метров подбежали к челу, у него акимба, у него есть большие шансы вас убить. Потому что акимба убивают. Но только на расстоянии до 10 метров. Они дальше не стреляют вообще. Такие дела.